Конечно, не я, я там. Макуре, скажи, скажи, что происходит. Ну скажи что-нибудь, Лира, скажи про щенков. Кто такие? Покажи. Не, Рега, встань. Знаешь что, встань. Я зайду вот с этой стороны. А ты вот сюда иди. Тут свет просто. Ты вместе со мной будешь. Да, расскажи ли, кто, какие есть щенки? Кого зовут Бонни, кого, сколько их вообще? А, вон один. Их пять? Лия, это голубой! Это не голубой, это туркиз. Но это мальчик. Это мальчик-туркиз. Так. Это Боня. Это Боня, синенький. Это самый большой мальчик. Самый толстый, очень любит кушать. А это Фокси. Фокси это девочка. Да, да? Фокси девочка. Да, те, которые с именами, это их уже разобрали. Это хозяева, их новые дали им имена. Это салатово-зеленый цвет. Салатово-зеленый цвет. Вон они. А, напротив этого не плохо. И вон есть еще девочка одна. Это девочка. Девочка фиолетовая. С белыми. В горошинку. Да. Они очень любят. Ложись, слушай, чуть-чуть отойди, чтобы... Вот так, все. Эти щенки очень любят с ее там играть. Они его кусают за пальцы. Ой. Ну и сами тоже они любят играться. А где Чапа? Чапа, иди сюда. Чапа, иди выйди, посмотри. Чтобы мы тебя тоже... Вон он бежит, бежит, бежит. Он увидел. Ой, так, написали. Написали. Рега. Так, подожди, я тут и фотографирую, и убираю писи. Так, да-да. Так, еще один написал. Ты. Да.